Последний аккорд ремонта тепловых сетей энергетики ПАУТЭ Плюс завершают восстановительные работы на магистральных трубопроводах города. Котлован остался один на улице Владимирская. Это 12-й по счету объект, который запланирован на этот год. Здесь заменят 180 метров. Стоимость реконструкции составит 11,5 миллионов рублей. Участок не ремонтировали последние четверть века, и трубы уже сильно проржавели. По законодательству то, что подрядная организация нарушает, то и должно восстановить. Вот. Ну и, естественно, мы как администрация заинтересованы в том, чтобы у нас эта улица была в удовлетворительном состоянии, поэтому проведем работу, чтобы здесь было не болото оставили после себя, а проездную дорогу в удовлетворительном состоянии. Новые трубы прослужат еще лет 30. На настоящий момент выполнено чуть меньше половины работ по смете. Участок для города важный. Это магистральный трубопровод идет до Кузнецова и обеспечивает теплом около 1000 домостроений. Работы завершат к 15 сентября. В общей сложности по тепловым сетям на этот год планировалось 12 участков. На сегодня 9 участков полностью закончены. В железе остался вот один участок по Владимирской, который вы сейчас снимаете, видите. По благоустройству занимаемся на Кохомском и по Варенцову. По Варенцову в планах асфальт положить, движение открыть. И по Кохомскому планировка на следующей неделе будет закончена. Город готов к началу отопительного сезона, отчитываются власти. Что касается объектов социальной сферы, полностью жилой фонд на 97%, ресурсники на 95%. И то речь в основном идет о документации и паспортах готовности. Поэтому можно быть уверенными, что без отопления в холода не останемся. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.